Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ по каталогу номер 11. На экране вы уже можете видеть новый каталог, который будет действовать с 27 августа по 15 сентября. А также акции активности «Выбор за тобой». Чуть позже мы с вами обязательно разберем именно эти предложения, которые нам предлагает компания Oriflame. Итак, что же было заказано в этом каталоге? В этом каталоге заказ полностью только мой, и давайте с вами посмотрим, что же в нем было. Первое, что я вам хочу показать, это гель-эксфолиант для тела объемом 500 мл. Сейчас на него идет очень хорошее предложение. Он идет у нас с мятой и с малиной. Не знаю, я думаю, что вы сейчас видите на экране скрабирующие частички. Очень мне нравится этот гель и вообще вся эта серия Love Nature, включая шампуни. Очень достойная серия и сейчас очень хорошие скидки именно на большие объемы. Второе, что я вам хочу показать, это шампунь с авокадо и ромашкой, 2 в 1 шампунь и кондиционер для всех типов волос. Данный шампунь мне тоже очень нравится, он, собственно, разглаживает ваши волосы, они становятся мягкими, увлажняющими, то есть не сушит ни кожу головы, ни, соответственно, волосы, очень достойный шампунь. Тоже объемом 500 мл, достаточно большие баночки. Следующее, что было, ну давайте начнем, наверное, с серии по уходу за лицом. И вы можете видеть щеточку для лица, Facial Brush, вот в таком вот миниатюрном формате. На самом деле, все, что в Oriflame есть, достаточно миниатюрно выглядит, то есть вы можете видеть, какой это размер. У меня сейчас в ванной комнате есть силиконовый спонжик, которым я пользуюсь. Мне он очень нравится. Нравится эффект на коже, который остается после использованного данного спонжа вместе со средствами компании Oriflame. Ну, собственно, щеточка вот в таком вот помятом виде пришла, но это ничего страшного, потому что она восстановится и придет в форму. Вот такие вот щетинки. Сейчас свет не совсем правильно падает. Хочу также обратить внимание, что я снимаю все-таки на телефон, а фотоаппарат у меня еще не починился, поэтому качество может быть намного хуже, чем на фотоаппарате. Полностью белая пластмассовая вот такая вот щеточка. Здесь логотип Oriflame. Ну, собственно, попробую, протестирую, обязательно вам расскажу. Следующее, что также было, давайте продолжим серию по уходу за лицом. Конечно же, я заказала серию Optimals Radiance. Вот такой вот у нас гель-крем для лица объемом 30 мл и, соответственно, средство для снятия, ну, умывалка, условно говоря, для снятия макияжа со всего лица. Я, в принципе, уже ранее рассказывала и показывала про состав и действенность данного средства. Мне оно очень нравится. Надеюсь, что все-таки данная серия однажды выйдет и в регулярной линии, потому что на данный момент эта серия ограниченная. Очень надеюсь, что компания Oriflame выпустит в регулярной линии, и я с удовольствием буду пользоваться данной серией, потому что она мне очень нравится. Она действительно помогает и действенно влияет на кожу моего лица. Ну и, соответственно, вот такой вот сам гель-крем. Я уже говорила, что гель для умывания и гель-крем, они имеют разницу в объемах, несмотря на то, что... А, нет, я, простите, не посмотрела. 50 мл, соответственно, у геля для, гель для умывания, а крем 30 мл. 30 мл имеет. Поэтому, в принципе, хватает надолго, но крема я взяла 2 штучки, так как сейчас у меня есть из серии Optimals. Я в прошлый раз вам показывала, у меня стоит в ванной комнате и достаточно экономно используется. И эффект мне также нравится. Итак, следующее. Из этой же серии, наконец-таки, я заказала масочки. Очень я много отзывов слышала положительных о данных масках.
и вот я решила наконец-таки их заказать. Судя по количеству консистенции в данном пакетике, маски хватит на раза два или три. Ну, в общем-то, как раз на неделю. Одного пакетика мне хватит. Следующее, что также было в этом заказе. Это у нас с вами гель Танзания. Вот в таком вот объеме 250 миллилитров. Тоже очень приятный запах из серии Discover. И, в общем-то, заказала я снова, потому что гелей у меня сейчас не так много. Запасы после отпуска практически все подошли к концу. Поэтому надо пополнять, тем более сейчас осень, зима. Вот, и очень приятно открыть шкафчик и увидеть, что у тебя есть и шампуни, и гели. И не на один месяц, а на ближайшие 3 месяца можно об этом спокойно забыть. Итак, следующее, с чего мы с вами начнем дальше наши покупки рассматривать, это у нас с вами уже декоративная косметика. Ну, давайте продолжим. Значит, что было со скидками? Жидкость для снятия лака с ногтей The One. Очень мне нравится данная жидкость. Она действительно справляется со своими обязанностями. И на некоторые лаки она даже действует эффективнее, чем есть такие диски, пропитанные маслом специальные. Да, тоже серии The One, которые справляются менее эффективно, чем данное средство. Особенно с покрытием, которое матирует лак. Матирует. Компания Oriflame тоже, кстати, есть такое средство. Вот именно данное средство Nail Polish Remover справляется эффективней, чем вот эти вот диски, пропитанные специальным маслом. Хочу обратить ваше внимание. То есть в этом тоже есть плюс. Итак, следующее, что же еще было? Давайте продолжим серию по уходу за ногтями. Это у нас с вами четырехсторонняя пилка для ногтей. Ее можно открыть. Сейчас я это сделаю. Данную пилочку я беру первый раз и, собственно, собираюсь ее использовать как раз-таки по назначению. Очень нравится, как упаковано. Посмотрите, то есть не только в, соответственно, чехле защитном, но и в пленке приходит данная пилочка. То есть это, ну, просто упаковка на высшем уровне, конечно. Вот, вот таким вот образом все это выглядит. Я сейчас вскрывать не буду, но попользуюсь, потом вам расскажу. Данная пилочка в данном каталоге, который сейчас действует, идет по 99 рублей минус скидка представителя. Так же, как и на эту щеточку. Она тоже стоит 99 минус скидка представителя. То есть очень полезные, качественные товары с хорошей скидкой в данном каталоге. Обратите ваше внимание. Так, следующее. Следующее также была тушь The One Hypnotic Dev Mascara. У меня сейчас заканчивается тушь из серии Colorbox черная. Она у меня уже практически закончилась, потому что она высохла уже. Но я ей пользуюсь уже где-то около 3 месяцев. И наконец-таки я заказала тушь. Она пришла. Это у нас оттенок глубокий синий. Он пишется просто Blue. Сейчас здесь не видно, но здесь написано, что Blue действует до 3-го 2021 года. Давайте попробуем рассмотреть кисточку. Не знаю, насколько позволит эта камера. Но, в общем-то, вот здесь вы можете видеть на светлом фоне. Кисточка силиконовая, темный такой голубой цвет. Очень мне нравится. Вообще, у меня когда-то были такие туши от разных фирм. Даже золотистая была. Ну, в общем-то, сейчас как раз-таки наступает у нас осенний период и уже переход к таким вот темным оттенкам. То есть это как раз-таки хороший шанс, в общем-то, встретить осень. Итак, следующее, что также было в заказе, и давайте уже начнем с новиночек. Во-первых, это водичка On The Age женская. Все-таки я ее заказала. Вот так вот она выглядит. Приходит она в слюде. Мы сейчас ее с вами откроем. Долго я думала над этим ароматом. Мне нужна водичка, которую я поставлю себя на работе.
и которая будет меня ежедневно радовать после работы либо во время работы. И, соответственно, вот таким вот образом она выглядит, вот такой вот дерзкий аромат, как он себя позиционирует. Очень мне нравится упаковка, как все тут упаковано красиво. И давайте посмотрим. Вот такой вот флакончик On The Edge. Достаточно такой интересный, граненный, тяжеленький. Это стекло, тяжелый флакон, очень красивый и очень достойный, приятный аромат. Вот, очень мне понравился, буду с удовольствием им пользоваться. Он, конечно, держится очень долго и раскрывается такими ягодными нотами. Там есть аккорд кожи, есть, по-моему, какой-то аккорд розы. Честно говоря, сейчас не вспомню, что именно там еще есть. Там какая-то композиция достаточно сложная, но очень приятный аромат оставляет. И при этом он не совсем такой сладкий. То есть он уходящий такой более древесно-восточный какой-то. Мне такие ароматы безумно нравятся, и я очень рада, что приобрела данную водичку. Так, и давайте... У меня все попадало. Продолжим с вами дальше. И сейчас мы уже с вами переходим непосредственно к новиночкам. Первое, что было заказано, это пробник мужской водички Venture Beyond тоже есть. Вот такая вот Venture Power я обязательно передам на тестирование, потом узнаю мнение. Но, не знаю, говорила я ранее или нет, человеку понравился очень оранжевенькая вот эта Venture. По-моему, это как раз-таки Venture Beyond оранжевая. Очень понравилась, и я думаю, что скоро как раз мы ее будем приобретать. Неплохая серия, достойная достаточно, поэтому обратите свое внимание и внимание своих мужчин, либо партнеров, либо просто знакомых. Я думаю, что они по достоинству оценят данный аромат. И теперь переходим непосредственно к новинкам. Наконец-таки, мне пришел бальзамчик вот такой вот из серии Color Box. Здесь у нас с вами мы видим Lip Pop написано. Сейчас камера фокусирует, вроде как видно. Lip Pop, оттенок это фуксия, фуксия поп. Это бальзам, он имеет вот такой вот цвет. Сейчас камера непосредственно передает правильно оттенок. Ну, чуть-чуть, конечно, немножко засвечивает, но давайте протестируем. Выполнено все это из пластика простого, как вся эта серия Color Box. Вот столько здесь у нас с вами помадки, достаточно много. Я собираюсь ее использовать исключительно как бальзамчик для губ. Вот сейчас я нанесла поинтенсивней, и вы можете видеть, какой оттенок оставляет эта помада на моей руке. Сейчас немножко засвечено, я думаю, что вы можете видеть игру света. Вот сейчас достаточно правильно, 100% передается оттенок. Очень мне нравится эта помада, пахнет такими, знаете, ягодками. Очень приятный, достаточно интересный бальзамчик. И последнее, что было заказано из новинок, это помада. Color Unlimited Lipstick, супер матирующая, стойкая помада из коллекции The One. Оттенок у нас здесь с вами почему-то не прописан, кстати говоря. Не прописан оттенок, но это у нас с вами какая-то там фиалка. Так, уже не могу я нормально открыть. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит данная помадка. Вот здесь написан оттенок, почему-то на коробке не указано, а здесь есть. Это у нас с вами Mysterious Purple. Я, честно говоря, не помню, как называется данный оттенок, но если не ошибаюсь, это нежная фиалка. Вот такой вот цвет, достаточно благородный.
Кажется, он, конечно, фиолетовый, но это не так. Вот так он выглядит. Очень такой приятный цвет, прям виноградный такой. Помадка на самом деле сама по себе не такая большая, но она достаточно экономно наносится, то есть ее хватает не так, хватает точнее надолго. Давайте посмотрим. Вот вы видите, что я пару штрихов просто провела, и уже передается цвет. Цвет, конечно, сейчас, ну, не совсем правильный, конечно, немножко светлее. Он не такой красный, он больше, знаете, вот как виноград, цвет винограда. Когда вы пьете хорошее вино, и такой вот оттенок не бургундский такой вот, но он как фиалка. Сейчас, конечно, камера не совсем правильно передает, и даже пытаюсь поймать свет, чтобы вам показать, но, честно говоря, не получается. Он сейчас кажется немножко таким вот розоватым, он не розоватый, он исключительно фиолетовый. Вот фиолетовый и все. Очень мне нравится данный оттенок, и помада тоже достойная. Вот, так что, так, вот как-то я сейчас поймала этот ракурс. В общем-то, нет, все равно как-то в розовинку уходит, но неважно. Итак, последний товар, который был также заказан как плата за доставку, то есть я не платила за доставку и приобрела себе вот такую вот пудру The One или Skin Powder. Данной пудры у меня еще не было. У меня как раз-таки сейчас закончилась пудра рассыпчатая. И необходима мне была пудра, и я ее заказала. Это у нас с вами оттенок Beige Medium. Так, сейчас ушло солнышко, может быть. Вот, видите, сейчас вот такой вот цвет, вот стопроцентный. Вот сейчас вы видите стопроцентный цвет. Солнышко ушло, сейчас можно видеть. Очень красивый оттенок. Итак, давайте посмотрим пудру. Пудра у нас вот такая вот. Здесь есть заглушечка, которая благополучно только что упала. Она очень мягенькая пудра сама по себе и достаточно хорошо ложится. Очень мне нравится. Очень такой приятный оттенок. Буду пользоваться обязательно. Вот такая вот пудра. Ну что ж, это был весь мой заказ по каталогу Oriflame. А теперь давайте посмотрим следующий каталог и также поговорим об акции, которую компания Oriflame будет проводить в ближайшие три каталога. Оставайтесь со мной. Итак, теперь мы с вами поговорим об акции активности, которая называется «Выбор за тобой». Действие проведения данной акции с 6 августа по 6 октября 2018 года, то есть с 11 по 13 каталог. То есть эта данная акция действует уже сейчас, в данный период действия каталога. Соответственно, в чем заключается данная акция? Давайте вместе с вами рассмотрим. Данная акция распространяется только на представителей компании Oriflame. Ну, естественно, конечно, если вы хотите, вы как представитель, да, допустим, хотите предложить данную акцию вашим клиентам, вы можете это тоже сделать. В чем заключается данная акция? Давайте с вами прочитаем. Вы знаете, да, что в любом каталоге Oriflame рядом с товаром есть такие бонусные баллы. Они, ну, условно, называются BB баллы. И что мы с вами видим? То есть, если вы размещаете заказы на 50 базовых единиц и более бонусных баллов, имеется в виду, и более в каталожных период, в следующих каталогах, да, то есть 11 и 12, то вы можете в 13 каталоге купить любой из наборов, который стоит более 2000 рублей, со скидкой, да, за 199 рублей. Если вы разместите только в одном из каталогов
заказ на 50 биби, то вы сможете приобрести любой набор за 999 рублей. Ну, конечно, удобнее сделать два заказа, да, в разных каталогах и, соответственно, приобрести за 199 рублей. Итак, давайте посмотрим, какие наборы нам компания Oriflame представляет. Я уже здесь отметила, что я планирую покупать в 13-м каталоге. Соответственно, здесь мы с вами видим, вот галочкой я отметила, мне понравился вот этот наборчик. Здесь есть шариковый дезодорант Люсия, парфюмированная, точнее туалетная водичка Люсия и набор браслетов. Мне, в принципе, нравится этот аромат, и я его поставила как запасной. Что здесь есть еще? Какие есть еще наборы? Но вы можете видеть, что здесь есть полотенечко, непромокаемый чехол для документов, лосьон и гель для душа из серии Essence & Co. Здесь у нас с вами парфюмированная водичка, помадка, то тушь, тени и карандаш для глаз. Здесь мы видим с вами крем, парфюмированная водичка мини, шампунь для волос с авокадо и ромашкой, гель-крем и мыло. Следующие наборы, которые также представлены, это у нас с вами вот такой вот наборчик летний, очки, пляжное полотенце и солнцезащитный крем. Здесь вот следующее это пудра, водичка Happy Desiac, тушь Color Box. В общем, серия Color Box полностью, да, идет. Тоналка, помада, лак, карандаш, тушь, пудра и Happy Desiac водичка. Здесь у нас с вами лак для ногтей, водичка, также пудра, тональная основа и палитра губной помады. Также у меня здесь отмечена галочкой наборчик, значит, туалетная вода Enigma и серия восстанавливающая Hair X. Также здесь есть бьюти кейс другой и кошелечек с платочком. Я здесь, конечно, отметила по приоритету, то есть первое, что я планирую заказать из этой акции, это вот этот наборчик. Если его уже не будет к тому моменту, я уже воспользуюсь либо вот этим наборчиком, либо вот этим вот. Ну, над остальными я также подумаю, то есть посмотрим, как будет проходить. Я думаю, что в этой акции... Акция на самом деле достаточно простая, здесь небольшое количество баллов. Я вам хочу сказать, что вот все, что у меня заказано в этом каталоге, это составляет уже более чем 50 баллов, то есть более чем 50 биби. А заказаны здесь в основном все средства, которыми я буду пользоваться. То есть это для ухода за телом, это для ухода за кожей лица, немножко декоративной косметики и парфюмированная вода. Все. То есть это все то же самое, что люди обычно покупают в магазинах, да, то же самое я заказываю здесь, и при этом я участвую в данной акции и могу получить за небольшую сумму вот такой вот подарок, который стоит более 3000 рублей. А, вот, ну, соответственно, в принципе, данную акцию можете предложить и своим клиентам, но хочу обратить внимание, что воспользоваться данной акцией можно только один раз, то есть приобрести данный товар на один клиентский номер. В этом, конечно, заключается минус. Но, с другой стороны, это и правильно, иначе всем тогда не хватит данных подарков. Так, ну и давайте продолжим смотреть следующий новенький каталожик, который уже будет действовать совсем скоро. В следующем каталоге я планировала, конечно, немножко купить и декоративной косметики именно для глаз, но потом я поняла, что, в принципе, у меня все есть и мне особо ничего не нужно. Итак, давайте мы с вами посмотрим следующий каталог Oriflame. И здесь мы с вами видим первое. Это новинка The One Wonder Lash 2XL. Супер объем туши. И здесь у нас будет шанс по акции поучаствовать, выиграть автомобиль.
Ну, соответственно, кто может участвовать в данной акции? Соответственно, новая тушь можно будет приобрести за 249 рублей. И в чем заключается данная акция? Соответственно, для того, чтобы принять участие в акции «Сила красоты», нужно купить данную тушь новую. Участвовать могут либо консультант, то есть представитель компании Oriflame, или онлайн-покупатель Oriflame в период проведения рекламной акции. Ну, то есть, соответственно, тот человек, который придет на сайт Oriflame, да, и закажет данную тушь. И, соответственно, победитель будет определен по формуле, то есть, условно говоря, по генератору чисел. Я данную тушь планирую приобрести именно в запас. Второй товар, который также мне приглянулся, это, конечно же, новая жидкая губная помада Mousse The One Matte. И это у нас оттенок сливочная помадка. Однозначно буду брать. И на выбор либо пряное какао, либо насыщенный мокко. Что-то одно из двух. Очень хорошая данная жидкая помада у меня есть в оттенке сливовый. Кстати говоря, пользуюсь ей уже второй летний сезон. То есть ее на очень долго хватает. Следующее, что наконец-таки уже появилось на складе, потому что были небольшие перебои с серией Wellness, так как большое количество людей заказывает данную продукцию и не было на складе некоторых товаров. Я планирую вернуться опять-таки к коктейлям. Это у нас натуральный шоколадный вкус. Вот его я тоже планирую приобрести обязательно, так как уже начинается осенний сезон и нужно будет организм свой питать витаминами. Итак, и последнее, что я планирую заказать, это новинка. Это у нас выйдут с вами дезодоранты с лаймом и эвкалиптом из серии Activel. Когда-то я пользовалась данным дезодорантом, и мне он очень нравится, но какой-то период после я перешла на Рексону и пока не готова ее менять на другой дезодорант, но данную линейку я приобрету и попробую, обязательно протестирую. Вот такой вот, собственно, заказ планируется в следующем каталоге. Так что приглядитесь, присмотритесь, возможно, что-то для себя вы тоже найдете. Собственно, вот такой вот был весь мой заказ из компании Oriflame. Участвуйте в акциях и покупайте товары с огромными скидками и качественный товар. Это самое главное, что я могу сказать про компанию Oriflame. Ну, конечно же, не про все товары. Я стараюсь делать обзоры на мини такие обзоры по времени использования после, да, того, как товар используется, я рассказываю о действии того или иного средства. Ну, конечно же, по возможности. Если вдруг кого-то интересуют конкретные товары, которые, возможно, я заказывала, но при этом я никак их не комментировала, вы можете мне писать под видео, либо я, скорее всего, сделаю запрос видео, в котором буду отвечать конкретно на ваши вопросы и подготовлю какой-то такой мини-обзор по каждому средству, которое я уже использовала ранее. Ну что же, всем отличных выходных, всем пока-пока.